Другим темам. Как снизить затраты на электроэнергию и сберечь ресурсы планеты? Сегодня этому учат со школьной скамьи. Необычные уроки по энергосбережению проводят во всех образовательных учреждениях мегаполиса. На одном из них побывал Алексей Кузьмин. За партами пятиклассники. Вместо физики и химии у них сегодня энергосбережение. Изучают, как экономить. Вот эти вот занятия позволяют детям научиться, во-первых, понимать, что такое электрическая энергия, тепловая энергия, как ее правильно нужно использовать, ну и, соответственно, применять это на практике, что приводит к значительному сокращению электрической тепловой энергии. Чтобы сэкономить, просто выключать свет недостаточно. Необходимы специальные лампочки. В этой школе, например, еще не все лампы накаливания заменены. Самые простые действия могут помочь сэкономить большое количество энергии и сохранить нашу планету. Эти программы работают не только в целях экономии, но и для того, чтобы детям было комфортно учиться при хорошем освещении. Мне очень понравилось, и я задумался, как беречь энергию, и у меня появились новые идеи, как ее сберегать. Также узнали много о лампочках, какие они бывают и сколько потребляют энергии. Цена люминесцентной лампочки в среднем 35 рублей, а светодиодной 95. Разница в 3 раза. В школе минимум 700 ламп, и, конечно, чтобы заменить все освещение, понадобится огромная сумма, но можно выиграть по энергозатратам. Сэкономленные средства остаются в учреждении, либо уходят на развитие всей системы образования, а это немаленькая сумма, если учитывать в масштабах области. Алексей Кузьмин, Олег Сурков, новости ОТС.